Аллилуйя. Слава Господу. Много написано о путях. Эта песня тоже говорит о путях, которые мы избираем. Не за нас избирают, а мы избираем. А сегодня я хочу... Это будет первая проповедь в этом году. Я хочу с вами поделиться своими размышлениями, своими мыслями. Не на этот год, но о наших путях. Написано, что Иисус пришел в этот мир. Слово «пришел» оно говорит о определенном пути, который надо совершить своими ногами. Много о ногах написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, да? Что нам дана обувь, то есть готовность идти благовествовать мир. И сегодня я хочу, чтобы мы открыли вместе с вами первую книгу Библии, книгу Бытие, 12 глава. 12 глава – это история Авраама. Я буду смотреть сегодня в нее, прочитаю несколько разных комментариев, размышлений. В 11 главе, я не буду сейчас читать из 11 главы, история, как отец Авраама берет его с братом со своим, там, две семьи, они выходят из Ура Халдейского. Есть такое христианское выражение по отношению к неверующим, их называют халдеями часто. Вот халдеи вышли из Ура Халдейского, вот, и мы считаем, что мы вышли из своего Ура Халдейского. Это был длинный путь, и сегодня об этом пути я хочу поговорить с вами, хочу поделиться с вами Словом Божьим. Итак, первый стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Еврейская Библия имеет немножко другое деление на главы, чем наше Писание Священное. Даже название книг у нас идет с греческого языка, а еврейская Библия, ну, это язык оригинала. Первая книга называется «Берешит». В начале. Все книги еврейские, ну, называются по первым словам, которые в этой книге, с которых эта книга начинается. И главы тоже разделены по-разному. Первая глава Берешит, потом идет глава Ноах, и потом идет глава, третья глава Лех-Леха. Она начинается с 12 главы в нашей Библии. Она немножко по-другому. Вот видите, разделяется все. Все в Слове Божьем, и все имеет свое значение. Мы порой не изучаем чего-то, хотя это полезно. На это нужно время, я понимаю, чтобы что-то изучать. Вот у большинства, я думаю, что у большинства сидящих здесь в зале и слушающих нас, потом в записи, есть картина, что Авраам ушел вот из Ура Халдейского, из своего дома. Но это было очень длинное путешествие. В 11 главе в конце написано, как его отец, он берет его, берет всех, и они уходят. Ур Халдейский – это город, где две великих реки, Тигр и Ефрат, впадали в Персидский залив. Персидский залив, он с восточной стороны Аравийского полуострова. Если глянете на карту, это огромный-огромный полуостров, Аравийский полуостров. Сейчас там Саудовская Аравия, там пустыня большая. И чтобы переселиться им, они начали свой путь, начали свое переселение. Они пошли не через пустыню, тогда не ходили через пустыню, да и сегодня редко кто ходит через пустыню. Они пошли вдоль рек. Сначала пошли так на северо-запад, и они обогнули, чтобы вот дойти даже до этого города Харана. Нам кажется, что все близко в Библии. А это очень далеко. Больше 2000 километров дается вот этот путь. Там написано, что Авраам взял и все, что он заработал, и своих слуг там, и рабов, и друзей своих. В общем, вышли они большой-большой группой людей. И, конечно, им нужно было идти вдоль рек, где были города, где были селения, потому что в те времена люди селились вдоль рек, но и сегодня тоже, чтобы жить, людям нужна вода. Люди селятся там, где есть вода. Свыше 1000 миль, это 2 с лишним тысячи километров. Вот
чтобы поехать на юг, вот сегодня сестра Ира приехала, до Новороссийска чуть, ну, около там 1200-1300 километров. А это свыше 2000 километров. Вот наша страна большая, нам должно быть понятно, какое огромное расстояние они прошли. По времени это было длинное расстояние. Они дошли до Харана. И не в Уре Халдейском Бог явился Аврааму, а именно в Харане. Они обогнули эту пустыню и повернули на юг, в землю, которую Господь им сказал идти. Это земля, которая сегодня называется земля Израиля или святая земля. Эрец Хакодеш, святая земля, ее так называют. Или Эрец Израиль, вы слышали, наверное, песни такие, Эрец Израиль. Это длинный путь, который они сделали. И вот эта третья глава называется Леха. У нас она вот звучит именно вот так. «И сказал Господь Аврааму», и там стоит «Лех-Леха». У нас перевод идет «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Кажется нелогично. В городе, который за 2500 километров, Бог говорит Аврааму, выйди из дома отца твоего. Они уже давно вышли из этого дома, из Ура Халдейского. Уже давно, 2000 километров со всем имуществом, с семьями, с детьми, со взрослыми. Это очень долгий путь. Это долгий путь вот переходить, где-то размещаться. Сегодня мы путешествуем, но 2000 километров можно проехать на машине. Можно проехать. Это тяжелый труд, очень тяжело. Мы с Костей, когда ехали по стране, мы проделали с тобой путь, по-моему, из Хабаровска до Улан-Удэ, 2300 километров. Это был тяжелый путь, тяжелый перегон. Это мы вдвоем на машине, на скорости, и мы пересаживались через каждые 3 часа. Ехали. И приехали. Мы ночь ехали всю, и день целый ехали. Останавливались, конечно, но это длинный путь, утомительный путь. А тогда путешествовать, сколько месяцев они путешествовали, мы не знаем. Мы просто не знаем этого пути. Сегодняшнюю проповедь я так назвал «Лех-Леха». Дословный перевод, вот у нас недословный, очень часто в Библии, в связи с тем, как переводили, с какого языка переводили, а наша Библия переведена с греческих все-таки переводов, септуагинты. И поэтому порой смысл не совсем ясен нам. Еврейский перевод, он немножко другой. Я прочитаю вам, из еврейских толкований немножко, из таких неортодоксальных евреев, из сайта Хабада. Хабад – это такое течение, харизматическое течение, современное в иудаизме. Евреи, которые… Кстати, у нас синагога там сейчас… Она тоже принадлежит любавическому вот этому движению в иудаизме, движению радости, так они себя еще называют, хабадов. Вот как толкуется у них. Очень интересный перевод, потому что «Лех-Леха», оно переводится «иди к себе». У нас так не переведено. У нас «выйди оттуда», и когда ты понимаешь вот эти тонкости все, как выйти из дома отца, из дома родства твоего, когда ты давно уже вышел, много месяцев назад, ты на чужой земле, ты в чужом городе в этом Харане, и пойди еще куда-то. Мы не замечаем этой разницы, пока нам кто-то не объяснит, пастор там, или пока мы сами не засядем и не начнем изучать это. Итак, моя проповедь называется «Иди к себе». Лех-Леха, глава Библии. Читаю толкование еврейское. На первый взгляд кажется, что существует противоречие между названием недельной главы и ее содержанием. Ибо название главы «Лех-Леха» означает, как разъяснение ниже, разъяснено ниже, «иди к себе», и подразумевает продвижение Авраама к выполнению своей цели в жизни. Глава же повествует о целом ряде событий, произошедших с Авраамом, которые, казалось бы, отвлекали его от этой важной миссии. Беседа разрешает это противоречие путем глубокого анализа понятия «самореализация» или «подъем» применительно к еврею. Я остановлюсь здесь. «Иди к цели», «иди к себе». Вот это выражение и название этой главы, оно включает в нашей Библии много глав. Да?
Вот первые две главы, Берешит и Ноах, это вот 11 глав. Третья глава у них начинается чтение недельное, там читают, толкуют, размышляют. Это очень важно. И сказал Господь Аврааму: «Лех леха, выйди», или «иди к себе». Что это значит? Идти из страны своей – понятно. Идти из дома своего – понятно. Как это – идти к себе? Выходя из всего, что так дорого тебе, из всего, что понятно тебе, из всего, что родное. Что это значит – идти к себе? Я набросал ряд вопросов для себя и для вас. Вот как бы мы на них ответили? Идти к себе. Что это? Стать самим собой? Вот этот путь совершить. Путь к цели. Бог говорил с ним и сказал, что я произведу от тебя великий народ. Я благословлю в тебе все народы земли. Ты будешь благословением. Вот первые три стиха очень часто все цитируют христиане, да? Давайте прочитаем два следующих стиха. «И произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Три стиха благословения. «Благословлю, благословлю, благословлю тебя, только выйди из себя. Начни свой путь к цели». К какой-то цели. Еще бы знать, к какой цели. И Авраам начинает свой путь к самому себе, к обретению веры. Написано, что Авраам, он отец веры. Он праведник. Он особенный человек в Библии, в Новом Завете, в Ветхом Завете. Мы воспитываемся на его вере, мы считаем себя потомками Авраама. Когда Бог с ним говорил: посмотри, посмотри на звезды небесные, столько будет у тебя сыновей. У него никого не было. Посмотри на песок морской, вот ты стоишь на нем. Посмотри, ты проходил пустыню, разве кто может сосчитать, вот столько будет у тебя детей. Иди к себе. Мы начинаем год, каждый год в нашей церкви с этого пути. С этого слова «лех-леха» – иди к себе, начни время, начни январь, начни начало этого года, календарного года, человеческого года, с пути к себе, с поста и молитвы, с размышления о той цели, к которой ты идешь, с размышления о том пути, который тебе нужно будет пройти в этом году. Это непонятно. Что меня ждет впереди? Знаете, современные комментаторы еврейские, еврейские мудрецы, как их принято называть, они говорят, что вот со временем пророческое слово, которое давало этот путь, оно исчезло. Сегодня им обладают дети и умалишенные. Ну и тех не слушают. Такое встретил очень интересное толкование современного состояния веры. Бог говорит... Говорит с многими людьми, но люди не слушают. Потому что одни дети, а вторые, нам кажется, в наших глазах ненормальные. Путь веры, он тоже ненормален. Ты оставляешь все. Кажется, вот уйти, что это такое? Уйти от чего-то, чтобы искать себя. Неужели дома так трудно искать себя? Ведь у нас даже есть такая пословица, что дома даже стены, что делают? Стены помогают. Дома все свое, все понятное, все родное, все привычное. Зачем уходить, чтобы найти себя? Зачем оставлять то место, которое поможет тебе? Где есть друзья, где есть знакомые, где есть кто-то? Вот поэтому важно начинать год, каждый год правильно. Оставляя как бы все свое, мы не уходим, да. Сегодня мы живем по-другому, и Бог не требует сегодня оставлять нам наши дома.
наши семьи, чтобы куда-то уйти, помолиться, там спрятаться где-то в пустыне. Хотя и это хорошо, знаете, если есть такое место, где на день, на два, на три можно уехать, побыть, поразмышлять о своем пути, о пути к самому себе. Первый вопрос, который я задал сегодня себе и вам. Что это значит? Идти к себе. Стать самим собой? Стать естественным? Вот таким, каким сотворил меня Господь. Таким, который вот слово сотворил, оно начинается в естественном мире, когда мать рождает нас. В духовном мире, когда Господь спасает нас. Второе наше рождение, духовное рождение. Мы родились, и мы идем этим путем, да? И мы естественные вот такие, которые мы перед Богом. Что это значит идти к себе, снять маски? В течение всей жизни, нашей духовной жизни, мы приобретаем маски. Мы приобретаем другие лица для себя. Одно лицо дома. Я, там, папа, мама, родитель, брат, сват, неважно кто. Одно лицо у нас на рабочем месте. Я или подчиненный, или начальник, или я работаю сам на себя, у меня есть контакты с разными людьми. Я должен с ними как-то контактировать, должен что-то покрывать, что-то не замечать, несовершенство. Ну, ты работаешь в коллективе, там люди выражаются так, как не хотелось бы тебе. Там. Кто-то матерится, кто-то еще что-то делает, разные грехи совершают, сплетничают, обсуждают, ярлыки навешивают. Тебе это не нравится, это как бы претит душе твоей, это не нравится душе твоей. Но ты там, ты здесь. Что это такое? Идти к себе из страны своей. Вот, может быть, это действительно вот, стать естественным, настоящим. Естественность и наше настоящее – это наше христианское. Наше новое возрожденное естество. Это наш дух, рожденный от Духа Божьего. Это наше стремление ко Христу, наше желание быть похожим на Него. И думать, а что бы Христос сегодня сказал, как бы Он повел себя? Хихикал ли он там над какими-то глупыми вещами, над событиями какими-то или над чем-то еще? Заискивал ли он? Надел бы ли он маску? Или он был тем, кем он был? Он плакал, он гневался, порой он избивал людей, помните, из храма. У нас просто лубочная какая-то картина Христа. Он схватил веревки, и что это значит? Там кнуты сделал и бил людей. Он избивал очень много людей. Храм – это огромное-огромное сооружение было, где тысячи людей находились. И он бил этих людей. Он переворачивал там такие коробки, где голубей хранили. Он загоны ломал, и овцы там, и разные животные бежали по храму. Он это делал. Он плакал, мы знаем. Библия говорит, Иисус прослезился. Он смеялся, он радовался, он посещал свадьбы. Он превращал воду в вино, он веселился с людьми, он разный. Он был естественный. Почему сегодня христианство такая какая-то неестественная религия? Одетая, обутая в свои какие-то вещи. Это не про, я не против этого, ну, это все нормально. Но мой вопрос сегодня, что это идти к себе? Означает ли это, что я должен стать естественным? Я должен стать Божьим человеком? Или это означает что-то другое? Я оставил прежнюю жизнь, мы говорим, я вышел из своего Египта, я вышел из своего Ура Халдейского. И даже здесь, когда мы это говорим, мы не замечаем, что мы вышли, что Авраам вышел, вернее, из Харана, из другого города, который за 2000 с лишним километров от того места, где он жил со своим отцом. Очень мало известно в Библии о его отце. В иудаизме есть легенда об Аврааме, когда он был еще ребенком и помогал отцу своему. Легенда гласит, еврейская легенда, в которую, ну, передается из уст в уста, рассказывает, что отец Авраама в Уре Халдейском, когда они жили там, еще в богатых местах, в хороших городах, больших, оттуда, ну, и родилось человечество. Знаете, один из самых любимых курсов, когда я учился в университете, был культурология. Я влюбился в него. Женщина, которая преподавала, преподаватель, я не помню ее имени, но она так интересно рассказывала. Я не был верующим еще. Я только был на пути к вере.
ну, в своих размышлениях, в своих поисках каких-то. И так это интересно было. Она рассказывала, и вот первые термины я услышал оттуда, что человечество зародилось там. Называется Золотой треугольник, как раз вот где Тигр, Евфрат, вот там, на тех местах. А путь, который проделал Авраам, он шел вдоль рек, и это называется вот в таких науках, как культурология, плодородный полумесяц. Вдоль рек люди выращивали продукты питания, нужна вода, свежая вода, не соленая вода из морей. И вот там, в этом плодородном полумесяце, вот он обогнул его и пришел туда, обогнул эту пустыню, да, это огромную площадь Аравийского полуострова, там, не шли, шли и пришли туда. Что это идти к тебе, идти к себе? Что это вернуться к своим корням? Тоже подумайте над этим. Я набрасываю сегодня вопросы, на которые каждый из нас должен найти ответы для себя. Может быть, это станет целью для себя. Вернуться к каким корням? Я же вышел из своих корней. Я оттуда. Оттуда, где мой отец был ремесленником. Он работал с глиной. Ну, вот эта вот история, которую я вам хочу рассказать, да, легенда еврейского народа, она гласит, что отец делал богов, ну, башков вот этих глиняных, и продавал их. Тем кормилась семья. Авраам был маленьким, и однажды отец его оставил с этими глиняными поделками, с этими башками, вот, и куда-то пошел по своим делам. Когда он вернулся, отец вернулся и увидел, что все глиняные изваяния, все разбиты. Он говорит, что случилось, сын? Авраам говорит, папа, ты не поверишь, когда ты ушел, эти боги начали ругаться между собою, и затем они подрались и перебили друг друга. Отец возмутился, говорит, Авраам, какую ерунду ты говоришь, как эти бессловесные глиняные поделки могут разговаривать, да еще и поругаться и перебить друг друга. Он говорит, папа, а как можно это все делать и продавать, если они между собой разговаривать не умеют? Как они могут ответить людям на их молитвы? Путь к себе. Может быть, оттуда, это красивая легенда еврейская, она передается до сих пор. Может быть, с этого начинается путь к себе, когда ты осознаешь, что есть один Бог. В те времена не было единобожия. И вот Авраам услышал голос Божий, и он последовал за ним. Он последовал к себе. Корни не там, где ты родился, друзья. Сегодня нам прививают чувство вот ложного патриотизма. Это твоя страна, это твоя земля, много всего. Наша страна – это Царство Небесное. Где бы мы ни находились, куда бы мы ни переехали. Да, нас греет это вот понимание того, что вот я родился здесь. Меня сейчас спрашивают, ты, Калужань, ты родился здесь или приехал на миссию? Нет, я родился здесь. Это моя земля. Но очень рано я осознал, что я гражданин иного царства. Когда я уверовал, я понял это. У меня есть другая земля, у меня есть царство другое, не от мира сего. Я гражданин иного царства, я служу одному только Господину, Господу господствующих, царю всех царей, президенту всех президентов, премьер-министру всех премьер-министров. Я служу только Ему одному. Он мой царь, Он владыка моей души, Он мой спаситель, Он мой путь, истина и жизнь. И нет другого. Я так же, как и вы, совершаю слово, совершаю, иду этим путем, который Господь сказал, лех-леха, иди к себе. Выйди из дома родства своего, выйди отовсюду. Это все человеческое, есть другое, есть Божье. Есть то, что Его. Есть наш путь на небеса. Есть путь, которым всем мы пели сейчас, слышали эту песню, которым нам нужно пройти. Пройти, чтобы найти себя, чтобы ответить на эти важные вопросы. Как стать самим собой? Как стать естественным, естественным христианином? Не просто человеком, высокоморальным, культурным, знающим, образованным, талантливым, еще каким-то. Как стать Христовым? Как умереть для этого мира, чтобы возродиться и жить для Христа? Без этого не будет никаких плодов. Мы читаем, мы знаем Евангелие. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Останется одно.
В стране, которая называется Россия, или в стране, которая называется Германия, или США, неважно, из какой страны мы сегодня или в какую мы перебрались, это совсем не важно. Важна наша естественность. А естественные мы во Христе, когда мы уверовали, когда мы обратились к Нему. Что это значит идти к себе? Это значит избавиться от вредных привычек, некоторые думают. Или приобрести, наоборот, хорошие какие-то привычки. Стать культурным, красивым, правильным человеком. Что это значит? Путь к себе. Зачем уходить? Ведь дома и стены помогают. Много вопросов набросал я себе. Набросал я для вас сегодня. Что это вообще такое? Что это? Оставить привычки, оставить удобства. Авраам начинает этот путь. Они прошли уже один путь. Идут дальше. Он не находит себе места. Как это поверить Господу? Вот как это? Когда с детства нас воспитывают, подкидывают, и христиане даже порой говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Бог, Бог, да сам не будь плох. Ну да, а как ты знаешь, что это Бог? Ну вот ты сам делай, сам иди, сам, 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 сам. И мы все сами, 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 сами. И делаем, и стараемся, и пытаемся, и что-то получается, что-то не получается. Мы встаем и падаем. Мы радуемся и разочаровываемся в чем-то. Авраам поверил в Господа, и ему это вменилось в праведность. Как это поверить Господу? Как это взять все, что тебе, ну, все, чем ты обладаешь, и оставить, и уйти за тысячи километров из этого места? Там остановиться, там похоронить своего отца, и дальше последовать куда-то еще. Идти, не зная куда. Идти. Идти в этой жизни, продолжать свое движение, не останавливаться. Не останавливаться на достигнутом, не останавливаться на том, что имеешь. Я сейчас прежде всего говорю о духовном саморазвитии. О духовном саморазвитии. Не просто о приобретении, не просто о годах, которые мы прожили. Я начал очень рано свой путь, свой христианский путь. Да, Бог вел меня к этому пути. Да, Бог говорил со мной. Но вот мое покаяние случилось в 1991 году. Я следую, я иду, спотыкаюсь иногда, возможно, и падаю. Это мой путь, его никто не пройдет. Иисус говорил, что есть одни врата, есть один путь, ведущий в погибель, есть другие пути, ведущие к жизни вечной. И каждый из нас совершает свой путь. Мы его не пройдем там семьей, не пройдем этот путь. Все равно что-то произойдет, мы видим, что происходило в жизни Авраама. Семья разделилась, они с Лотом поделились. Вот вся эта глава, она рассказывает эту историю. Все бывает, кто-то умирает, кого-то захватывают, с кем-то что-то происходит. С Авраамом тоже многое произошло. Но самое интересное, вот об этой земле, да, об Эрец, она Израиль еще не называлась, это святая земля называлась, Эрец Акодеш. Израилем только в поколениях после, да, в детях Авраама, в Якове или в Израиле, да, потом он получил новое имя. Только там земля обрела другое название. И он пришел в эту землю. Казалось бы, вот он, рай на земле. Вот он, я нашел себя здесь. Ну, интересно, если мы прочитаем, давайте... с пятого стиха, с конца пятого стиха. «И вышли из Харана, да, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую». И еще вот они еще пришли в эту землю, в эту полоску земли, которая сегодня называется Израилем, где столько войн прошло за все это время, столько борьбы. Благослови Господь Израиль сегодня. «И прошел Авраам от земли сей до места Сихема, до Дубравы Море. И в этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему.
Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господне. Авраам останавливался уже здесь, на святой земле, делал жертвенники Господу, неизвестному Богу. Там в Уре Халдейском было много богов. Главный бог, которым поклонялись и халдеи, и потом, когда в Харан перешел, историки много сегодня произвели, там археологи, раскопок. А главное божество было, или главное поклонение, богиня Луны. Ну и разным другим богам. Отсюда много разных статуэток всего, что находят люди. Опознали этих богов, там письменные какие-то источники. Дошли тоже на глиняных дощечках, еще как на разных языках. В общем, наука, она открывает нам, как жили люди, на каких языках говорили, какая письменность у них была, каким богам они служили. Авраам идет к себе, и он идет к одному единому Богу. К одному Богу. И нет иного. Это молитва, которая молится все евреи дважды в день, утром и вечером. С правильным состоянием сердца. Простые слова, которые можно произнести. Слушай, Израиль. Господь Бог един есть. Но нужно настроить свое сердце, чтобы в трепете и в страхе приходить и произносить эту молитву, что Бог един и нет иного. Поэтому каждый еврей утро начинает с этой молитвы и заканчивает свой день. Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Бог един. Все. Нет иного, нет ничего. Нет этих башков маленьких, которые не разговаривать не умеют, не защитить себя не умеют. Нет никого, нет ничего. Есть только единый Бог, с которым каждый из нас должен встретиться на этом пути, должен найти себя, должен стать естественным во Христе. Нужно снять маски, чтобы стать самим собою, свободным человеком. Потому что написано, кого Христос освободит, тот по-настоящему свободным будет. Свободным. Свободным, свободным жить для Христа, свободным служить Ему через служение людям, через служение на этой земле, через свои дары, через свои таланты. Это наша естественность, это христианская душа, это христианская жизнь. Как это поверить Господу? Авраам поверит Господу, и это вменилось ему праведность. 10 стих, 9 прочитаем еще. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу». Он начал спускаться. Израиль – это полоска вокруг Средиземного моря. И вот к югу – это в сторону опять, с другой стороны Аравийского полуострова. И там есть переход через Красное море к континенту под названием Африка, да, к Египту туда. И написано, 10 стих, посмотрите, «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в той земле». Страшный голод начался. Очень большой голод. Ты шел за своей мечтой, ты шел к своей цели. Но этот путь начинается с великих испытаний. Кто-то может сказать, ну, наверное, для великих людей есть великие испытания. Тогда я отвечу тебе, для тебя, человек, есть свои испытания. Проверка твоей веры на пути к самому себе, на пути к познанию Божьему. Всегда будут испытания. Вышли из такой плодородной земли, из такого богатства, из построенных городов со стенами. Раскопали все ученые, и Ур Халдейский, и другие города, которые были там в Золотом треугольнике, вдоль берегов Тигра и Ефрата. Написано о рае Божьем. Там рай находился. Что четыре реки проистекали оттуда. Вот там находилось все, там цивилизация зародилась. Оттуда пошло первое вот такое расселение по всему лицу земли. Все было. Там была цивилизация, друзья. Города требуют много пищи. Города требуют много всего. Это непростое. Город это непросто, поверьте. И руководить городом это совсем непростая задача. Почему в Писании сказано, чтобы мы молились за начальствующих? Молились за них. Потому что это очень, очень сложная, сложная структура. Вот что-то пропадет сегодня, и все, город станет. Город станет. Вот сегодняшний день возьмите. Нужно знать, сколько заправочных станций нужно для города, сколько бензина завозить нужно, дизельного топлива, иначе все станет.
сколько воды должно приходить в наши дома, и сколько должно быть водоотведения, сколько должно быть построено очистных сооружений. Это сложно. Я не хочу сейчас размышлять над этим. Я хочу, чтобы у вас самое первое воскресенье Нового года осталось одно – лех-леха, чтобы оно звучало в ваших ушах. Иди к себе из дома родства твоего, из земли твоей, из страны своей, от родины своей. Иди к себе, иди в Царство Божие. Найди себя. Это первое испытание веры, большое испытание веры. Кто-то может сказать, Авраам его не выдержал, он выдержал, он следовал за Господом. Он строил жертвенники, он поклонялся Богу, неведомому Богу, единому Богу, о котором он знал, с которым он еще, может быть, не встретился, а может быть, и встретился. Он следовал за ним, он стал настоящим, он стал самим собой. Его вера закалилась вот через это. Он малодушествовал, когда они спустились в Египет, оттуда они шли в Египет, это спуститься надо было. Ну, по картам ты идешь прямо, по земле ты идешь прямо. Ну, по картам кажется, что вот спускаются люди. Они сошли туда, в Египет. И помните эту историю, как Авраам испугался очень за себя, за свои богатства. Он пришел тоже в города, в большую империю, в Египет, где тоже что-то такое особенное было. И помните, он попросил Сару, жену свою, давай прикинешь, что ты моя сестра. Я очень боюсь, как бы сейчас меня не убили и все у нас не позабирали. И фараон увидел красоту ее и забрал ее к себе, но у него не было с ней ничего, потому что Бог тут же наказал его. Вот интересно, когда ты идешь к себе, Бог всегда за тебя. Даже когда ты падаешь, даже когда ты малодушествуешь, даже когда ты боишься, это естественно все. Бог все равно с тобою, Бог все равно поддержит тебя, Бог заступится. Красит ли этот поступок Авраама? Нет. Красит ли порой нас наши поступки? Нет. Но Бог не оставляет нас. Он всегда с нами. Он всегда поддерживает нас. Он вступается за нас. Авраам испугался за свою жизнь. Сегодня сказали, ничего себе, ты за свою шкуру испугался. Жену свою продал фактически. Прикинулся. Да я не женат, это сестра моя. Не знаем, от чего он так поступил. Может быть, от великого голода, от которого он шел, который случился. Эта земля обетованная, я иду туда. И я пришел туда, а там великий голод, и я должен уйти куда-то еще. Это путь к себе. Постоянный поиск. Через сомнения. Я часто повторяю вам, верить легко. Тяжело сомневаться. Тяжело заглядывать внутрь себя. Тяжело слышать в своих ушах порой вот этот голос, лех-леха, иди к себе. Закройся в своей комнате, помолись Богу, который в тайне, Он ответит тебе. Легче пойти к людям, поспрашивать, а так, а сяк, а правильно, неправильно, а что это значит, то, другое, третье. Но путь к себе – это твой личный путь, это мой личный путь. Это поиск. Первое испытание веры. А вы знаете, что чужбина – это всегда испытание. Это всегда испытание. Люди уезжают со своих мест, с насиженных, с добрых, с родных. Потом рассказывают, потом есть воспоминания у нас о тех местах, о близких местах, в которых мы родились, прожили что-то. Нам приятно там. Самые какие-то лучшие воспоминания связаны с этими местами. А чужбина – это неизвестность. А чужбина – это испытание. Найду ли я там жилье, найду ли я там работу. Вот в нашей церкви есть люди, которые переехали. Кто-то с Узбекистана, с Казахстана, кто-то с Армении был, кто-то еще откуда-то. С разных стран, республик. С Египта есть у нас человек. Приехал на чужбину. Из тепла в холод. Из места, где все понятно, где все близко, где все друзья, где родители. В другую, в чужбину. Это серьезное испытание. Испытание нашей веры. Испытание нас на пути к себе. Это испытание нашей готовности исполнить волю Божью. Я заканчиваю еще одним еврейским таким, еврейской мудростью, еврейским утверждением. Мудрецы еврейские говорят так.
Исполнить волю Божию, волю Творца – это принять на себя хомут Царствия Небесного. Очень интересное выражение. Я когда прочитал, рассмеялся, потому что мой дед был конюхом, у нас там лошадь в деревне была. Я знаю с детства, что такое хомут. Мы видели, как каждое утро дед лошадь снаряжал, телегу привязывал. Как это все? Хомут – тяжелая штука такая. Раз на него одеть хомут. Принять на себя хомут, вот это Царствие Небесного, последовать, постоянная готовность исполнить волю Божью. Она написана, что она добрая, она благая, совершенная. Но иногда так тяжело идти и совершать волю Божью. Закончу сегодня такими словами. Дорогие мои, этот месяц мы уже долгие, там несколько десятилетий отделяем, долгие, да какие-то долгие, 2-3 десятилетия всего, да? В церкви мы отделяем для того, чтобы искать себя, искать волю Божию, искать планы Божьи, искать цели Божьи. Возьмите пост, возьмите время для молитвы, удалитесь из дома родства своего, удалитесь от всего, что так привязывает, удалитесь от стен, которые помогают, совершите свой путь, совершите свою алию, алия на иврите, вот возвращение свое. Выйдите, как сказал Господь, и пойдите к себе, загляните вовнутрь, подумайте, ответьте на вопросы, которые я набросал, их может быть еще больше, и вы, возможно, найдете еще какие-то вопросы для себя. Вся жизнь должна состоять из вопросов, иначе все бессмысленно. Иначе бессмысленно, если у нас нет вопросов, значит, мы не ищем ответов. Значит, мы не идем куда-то, мы стоим на месте. Все хорошо, меня все устраивает. У меня нет никаких вопросов в жизни. Я доволен всем. Ты не идешь, ты оставил путь. Путь в небеса, путь в Царствие Небесное. Бессмысленность. Она невыносима для нормального человека. Мы ищем смысла во всем. Мы задаем вопросы. В нашей церкви мы задаем несколько вопросов в течение года. Что, как и почему. Что мы делаем, как мы это делаем и какой у нас мотив, почему мы это делаем. Ну вот первые 4 месяца мы будем двигаться в первом вопросе, что мы делаем. Что мы делаем. Какая наша цель? К чему мы стремимся? Потом мы будем размышлять над тем, как мы это делаем. И последние 4 месяца хотелось бы, чтобы каждый из нас нашел ответы на вопросы, какой мотив у нас? Почему мы это делаем? Почему мы избрали этот путь? Это важно для христианина. Почему я иду к себе?